Объявлена емкость аккумулятора смартфона Meizu Note 9. Вчера назад генеральный директор Meizu Джек Вонг, подтвердил появившиеся в сети слухи о некоторых характеристиках смартфона Meizu Note 9. Напомним, устройство будет оснащено однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 675, что позволяет ему набирать в AntYouTube более 170 тысяч баллов, а также большим экраном с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Что касается основной камеры, то она будет 48-мегапиксельной. Теперь же руководитель Meizu официально подтвердил, что смартфон будет иметь аккумулятор, емкость которого будет заметно выше среднестатистических 3000 мАч. Итак, емкость аккумулятора Meizu Note 9 составит 4000 мАч. Презентация смартфона ожидается в ближайшее время.